абсолютно не выпадая из рабочего графика, все как собирался, так и реализовал. Сейчас будут предложены вам отличные утилитарные инструменты для бритья в подавляющем большинстве французского производства. Однако для начала такой небольшой, скажем так, небольшая пометочка на полях. Как абсолютно быстро проверить камни на плоскость? Если вы точите с утра до ночи, как ваш покорный слуга, если времени на рисование петухов и потом выравнивание для камней у вас нету, вы ленитесь, вы тянете до последнего, а при этом хотите достичь удобоваримого результата. Самый простой способ, абсолютно самый простой, сделать вот так. Если у вас один камень к другому подлипает, естественно, они сухие абсолютно, мокрые они вообще там будут очень сильно подлипать. Вот для вас показатель того, что камень плоский. Как только вы тут седло поймаете, естественно, вот эта часть не плоская, она такого фокуса позволить не даст. Во всех остальных случаях я настоятельно рекомендую делать на постоянной основе проверку. И я бы посоветовал делать корректировку. Даже если у вас камень только что выровненный и вы на нем обработали одну бритву, все равно крайне советую проверять, а еще лучше подравнивать. Чепуха эта стоит 200 гривен, по-моему. Она, ну вот по тактильным ощущениям, она зерно точно не теряет. Я не знаю, что они тут начудили. Пишут они здесь величину зерна 400 грит. Но она как-то выгладилась, она там спрессовалась, имеется в виду вот эта структура. Вы видите? Вот он в отсвет. Он снимает микрослой, нанослой. При всем при этом две задачи выполняет на ура. Задача номер один – это, естественно, убирание следов присутствия металла на поверхности камня. И второе – это он подравнивает в определенной степени и делает поверхность абсолютно единообразно, я вот так скажу. Он любые неровности там оттуда подшлифовывает. Поэтому очень и очень советую. Ну вот восьмерка, смотрите, как он блистает. Ну, про такое я молчу. Это тут чистая вода зеркало, тут не надо и бабки ходить. Классные камни, очень нравятся. Очень нравятся. Быстрые, понятные, абсолютно жрут все. Ну, ладно. Теперь к осматриваемым объектам. Начну я с бритв, которые у меня остались с прошлых репортажей. Как я и объявил. Вот этот огромный клин JF Perez в размере 7 восьмых. 2500 гривен. Великолепная штука. Любого англичанина заткнет за пояс просто, даже не поперхнувшись. И вот эта штука, бритва французского производства из шеффилдской стали. Вот ради смеха попробовал в работе. Характер реза изумительный. Точно так же, с такой же уверенностью заявляю. По характеру это чистокровный, голубых кровей, я бы даже так сказал. Клин высочайшего качества. 1000 гривен. Нигде вы такой суммы не найдете больше. Здесь соответственно цена-качество 6832%. Уверяю. Теперь к новым. К последним, будем так это называть.
Хельжестранд и Скельстунский. Коронованная серия номер 57. Вот они грани. Очень изящно исполнено все. Твердое. В четверть выборки. Что добавить? Лучший представитель Швеции. Всех времен и народов. И обратно точно так же. Ну, первые двери модели проверять смысла нет от того, как мы их уже когда-то осматривали. Оправку слепил, бритву собрал. Это номер раз. Значительно большее по габаритам решение. Мольер альбервильский для чувствительной кожи. На половинной выборке, естественно, тоже оправу я для нее изготавливал новую, от того, как родная пришла в полную негодность. Тоже для чувствительной кожи. Очень твердая, очень мелкозернистая, очень такая монолитичная, отличная сталь. Номер два. И еще раз освежим в памяти вот этого прекрасного номера седьмого бубенчика. Просто отличный, отличный инструмент. Большая. Прошу простить. Большая, тяжелая. Очень удобная в работе, имеющая вот такую очень удобную, может быть, не настолько ярко выраженную, но все-таки кривизну, которая в работе себя покажет с наилучшей стороны. Это что такое? Извините. Какое внутреннее напряжение у клинка. Хотя это выборка половина. Штука отличная. В обе стороны в легкую управляется. На ура. По 2500 вот эти три единицы. Эту с 50% скидкой предложу также за 2500 гривен. И вот эта бритва 1000 гривен. Лучшего предложения не сыскать, уверяю. Все это топового уровня стали. Отличное решение и по эргономике, и, естественно, по функциональному наполнению. Любую коллекцию украсят, покажут себя с наилучшей стороны в работе. Подарят массу приятных моментов. По этим единицам все. Пока у меня есть окошко до прибытия следующего заказа. Сейчас я продолжу исследование на предмет функциональных возможностей камней, которые я, извините, от Макса получил. Приинтереснейшие, конечно, абразивы. Там я буду проверять на них лучшую бритвенную, другими словами, ясуки. И посмотрим, как они себя покажут. Хотя, естественно, есть у меня уже определенного рода выводы предварительные. Там все очень и очень хорошо. Но, опять же таки, тут вариант такой. Одно дело увидеть это микроскопически, то есть
оптический, и другое это почувствовать на себе. Важно получить полную картину для того, чтобы делать какие-то выводы. Ну, хотя, опять же таки, там, по сути, тут, в отличие от любви, чудес не бывает. Поэтому интересно, будем двигаться в ту сторону. У меня же на этом пока все. Спасибо за внимание. Уверен, надолго не прощаемся. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Бонзай!